Павел Добровольский на состязание приехал из Орска. Спортсмену 14 лет. Гиревым спортом увлекся только полтора года назад. И это его первые крупные соревнования. Говорит, как бы ни старался, всегда есть к чему стремиться. В этот раз Павлу удалось улучшить собственный результат. Не сказал бы, что хорошо. Рассчитывал, конечно, побольше. Но, в принципе, неплохо свои рекорды побил. Максимальный толчок был 50, в этот раз сделал 58. Хорошего результата нет, всегда прогрессируешь. В Самаре такие крупные старты по гиревому спорту проходят впервые. В них принимают участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 16 лет. Всего 160 спортсменов из 25 регионов России, четверо из 63-го региона. Я надеюсь на то, что мы удачно, да, успешно проведем такие важные старты. На будущее, наверное, будет очень важно принимать к себе такие мероприятия, как и первенство Приволжского федерального округа и первенство России. Очень надеюсь на то, что и спортсмены, которые сейчас выступают от Самарской области, их всего 4 человека, да, но ребята, надеюсь, выступят достойно, представят нас в регион и смогут отобраться на финал спартакиады. Это ребята, это наше будущее, можно сказать, да, которые уже повзрослев, набравшись опыта, повысив свои спортивные результаты, будут представлять Российскую Федерацию на международных площадках. Через спорт мы действительно воспитываем здоровую, умную молодежь. Юноши и девушки соревнуются отдельно в разных дисциплинах, возрастных и весовых категориях. Победители отборочного этапа примут участие в финальных соревнованиях, которые пройдут в Казани в августе. Виктория Шарая, Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.